Всем привет, с вами Xerius 12, и мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. Ну, как вы помните, мы остановились на задании по... По основам выживания в джунгли. Ну, типа, нас отправляет в джунгли этот чувак, мол, учись охотиться, собирать траву и прочее. Чем мы сейчас и займемся. Так, вот мы вчера обыскивали ящики, но этот момент не сохранился. Поэтому давайте еще разок. По-быстренькому пробежимся. Кстати, можно взять тачку? Ну, в принципе, давайте так сделаем. Так. Погнали. Что-то я немного лишка дал. Я не помню. Мы-то где? Так, вот мы. Можно вот так объехать. А можно вот по длинной. Ну ладно, давайте лучше по короткой. Так, я звук прибавлю, чтобы вам лучше слышно. Стопэ. Вылазь на. Тут два сокровища лежат. Так, а где они? Не, опять искать их. Вот я все время еще со своего первого прохождения не мог их найти. Где они? Вверху, внизу, там пещера, что ли, я не знаю. Ну, кто знает, отпишитесь. Ладно, поехали дальше. Нам осталось 150 метров. Я бы это расстояние, конечно, пешком прошел, но вот где. Найти растения и животных. Но каких? Пофиг, полазим. Так, что нам надо? Нам надо кабана. Ну, нам нужно убить кабанов. Ты кабан, три пули. Сдох? Нет, не сдох. Четыре даже, наверное, пули. Ну, парочку я профигарил, конечно. Кстати, аккуратнее, кабаны могут и напасть. Да-да. Траву потом соберем. Сейчас сначала главное кабанов. Но я обычно любил охотиться с луком. То есть... Мне как-то лук больше нравился. Ладно, пофигу, давайте... О, вот да. Зараза. Так, ты справишься. Так, вот мы взяли красный лист. Попался. Шкуру взяли. Дальше что у нас? Надо голубой лист найти. Они у нас обычно в воде. Но вот там, мне кажется, где-то аллигатор. Ах ты подлюка. Я не знаю, можно ли его убить сквозь воду? Можно. Не, я с тебя шкуру сниму. Крокодилья шкура ядрит. Да это ж вообще четко. Давай, всплывай. Всплывай, не сдыхайся. Так, и нам нужен синий лист. А, вот он. Он, правда, по камню ножом провел, ну ладно, мы его взяли. И главное, нас аллигатор не покусал. Теперь нам нужно два зеленых листа и еще один кабан. А вот где кабан, я не знаю. Так, вот зеленые. Ну вот эти зеленые я помню для... ну, не зелий. Для лечилок нужны. Так, я вижу кабана. Ты как... А, на С же присесть. Надо быстро подойти и всадить ему прям. Еще пули или две? Две. Одна. Так, ну вот я не помню. Давайте-ка поглядим. Рюкзак.
Так, сейчас я буду вспоминать. Что-то я не помню, а как? Не, не путеводитель, не он. Так, рюкзак все-таки. А где эти всякие сумки? Или он нам еще это не открыл их? Ладно, хрен с ним. По-моему, нам надо для какой-то сумки 3 шкуры кабана. 20 вот мы и достали. Или не 3, или там надо 2 для квестовой, ну, сумку там по квесту сделать. И одну еще, по-моему, там можно сделать тоже с помощью шкуры кабана. Думаю, растений хватит. Так. Давайте-ка поищем еще одного кабанчика. Сколько у нас места, кстати, в рюкзаке? У нас битком. Блин, фиговенько. Тогда поехали. Не будем кота за яйца. Слушайте, а это кто там? Да не буду я карту. Да вы издеваетесь, рюкзак. Может, что-нибудь выбросить? Мятая пачка сигарет. Всегда мечтал о мятой пачке сигарет, блин. Ищем, что самое дешевое. Треснувшие очки. Вот их и выкинем нахрен. Ну, листья я не буду выкидывать. Выбросить. Все, 15. То есть у нас есть одно место. И я его забил вон той хреновиной, кем бы она ни была. О-о-о. Это тамир или корова обычная? Ты сдохнешь ты, не? Да почему? Ну... Это западло. Где этот олень баклановский? Я не хочу, чтобы задание проиграно было. Я же его сгасил почти. Ну, чувак, ну вернись, ну плиз. Я тебя накормлю. Ну, чувак. Ну, ты же такой с рогами был. Ты чё, сышь, что ли? Ну, блин, ну, я не знаю. Да не ухожу я. Блин, вот эти ограничения, ну, это бесит. Какое задание? Мое задание тупо вернуться обратно. Ну да, все, допрыгались. Мать твою, где эта корова, блин? А, понятно. Только не говорите, что у меня трава опять собирать заново. Не-не-не-не-не. А, не. А место у нас в рюкзаке? По-прежнему 16. Очки мне не сдались. Так, все, пошлите. Вон эта хренотень. Сейчас мы ее завалим. Чего за учебное задание? Откройте карту. Потом я... Вот эта фигня вряд ли нам нужна у нас на выбор просто. У нас пули не хватит на всех. Беги. Хотя я все равно не попаду с пистолета. Не, ну попаду пару раз, но потом эта хрень убежит к херам. Опять эта хрень. Ну и где она? Косуля, блин. Убил? А, блин! Фигня тупая! Меня корова рогами загасила. Не, ну это трындец, конечно. Хрена она не сдохла, я в ее в упор всадил. Не, ну конечно, с пистолетом охотиться. Да, это глупо. Сколько вот у нас? 8 патронов где-то. И еще 4 в запасе, да? Я потом перемещусь быстро. Косуля, иди в жопу отсюда. Мне быка надо гасить.
сюда поскакал. Паскуда, блин, перезаряжай быстрей. У меня патроны кончились. Да фак твою. Ты тут сдохнешь. Ай, фак. Уйди от меня. Корова тупая, уйди. Блин. Фак ю. Бич. Кстати, что это за корова? Это ведь не корова. Не-не-не-не-не. Не может быть корова такой мощной, блин. Если это Тамир, ну если я правильно, или Тапир, или Тамир, что-то такое, то его шкура нам очень пригодится, даже одна. Это я как сейчас помню. Но только в том случае, если мы сможем его завалить. Нет, ну если прям в башку стрелять быстро-быстро, я думаю, мы завалим его со ствола, и не придется его с ножа добивать. А-а-а, уйди, 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 падла, уйди. Фак, блин, я в Dead Space играл, так не срался, блин. Да я в первый, когда играл раз, ну, когда в первый раз в Far Cry играл, я так не срался, блин. Потому что я не искал долбанных коров. Очки выбросить. Зачем мне очки, когда у меня тут шкура? Вот чья тут шкура? Пусть будет Тапир или Тамир, блин, я не... Кура буйвола. А, ну буйвол, чувак, опасный. Теперь понятно, почему нас гасили. Так, куда нам надо-то? Сюда? Да пожалуйста. Сейчас будем, короче, сумочки шить. Швеёй гитаристкой заделаемся. Нам бы вылезти. Где Денисика? Ладно, давайте сбегаем в магаз, продадим лишнее барахло. Так, продать. Кожу я бы не продал. Вот пачку сигарет продать. Смартфон продать. Даму продать. Кубинскую сигару продать. Фишку тоже продать. Амулет акула. Золотая цепочка. Травы. Травы не трогаем. Так, и у нас уже 535 баксов. Так, погодь, 535 баксов. Это дохрена. О, нам дают ствол. Но мы вышку, помните, включили? И он, кстати, намного лучше. У него обвесы можно поставить. Не, ну прицел, конечно, ставить глупо, а вот магазин можно купить. А, нет, у нас пока с баблом туго. О, нет, я еще и цвета покупать буду, экипировать, короче. А, ствол-то мы не можем купить. Ну, не, купить можем, но... Дело в том, что... Во, блин, тут СТГ... СИГ есть. По-моему, это СИГ. Ну, с виду, кажется. Блин, даже калаша нет, а СИГ есть. Тоже ли, блин? Может, его взять? Вот коллиматорку, блин, я не знаю, что подставить. Сколько у него обвесок вообще? А, одна обвеска. То есть выбираем либо магазин, либо коллиматор. Так... Ничего не будет пока. Если не включишь, я не смогу заказать. Давайте сбегаем к Дениске. Он покажет нам, как шить сумки. И тогда уже мы... И тогда мы уже это... Разберемся с оружием. Денчик. Денис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Так, вот, создание предметов. Да, у нас эта функция была закрыта. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Раз. Да, два. Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Вот, да. Шкура Тапира, видите? И еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях.
Теперь я научу тебя захвату. Так. У нас есть бомбист. Но у нас два на выбор. И... быстрее ветра, так. Вот захват, наверное, да? Готово. Когда с хорошим навыком ты станешь сильнее, Татау вырастет. Выбирай. Так, это мы уже взяли. Тут нам больше пока ничего нельзя взять. Дальше вот у нас есть подкат, штука полезная. И бомбист. Так, ну, я гранаты не очень часто кидаю, то есть мне пока не... Хорошо. Жизненно важно. Вот у нас уже татуировочки. Эй, Филиппе! Мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам! Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди. Следом. Так, что у нас тут еще трава? Не, я что, с одним пистолетом должен, что ли? Иди ты в жопу. Навыки. Навыки я же распределил. Вот, я взял захват и подкат. Сейчас я вам покажу подкат. Так, рецептов у нас нет пока. Увы. Точно нет? Точно. Ну вот рюкзак только есть, но... шкуру топира мы не скоро. В общем, бежите, жмете С, и он вот так вот проезжает. Так, ну у нас кроме ствола и... Ёпрасты, у нас даже патронов нет. Дожили, блин. Ладно, может нам оружие дадут. Погнали, чувак. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Короче, сейчас мы будем аванпост гасить. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин Ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Так, а что, трупаки можно? Деннис дал тебе Татау. Теперь ты должен драться. А, во. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Нифига себе, он ствол чистит. Круто. Магазинчик проверил. Может, ты его еще разберешь? Что там, выбор оружия? Нажмите скей. Ядрить, у меня один ствол. Вы что, издеваетесь? Как я их на расстоянии, по-вашему, снять должен? Ну. Короче, пушку нам не дают, увы. Да больно надо. Новый... О, нам новые рецепты дали. Кстати, тут трава белая. Но это все фигня. Вот он, аванпост. Я думаю, попробуем действовать скрытно. Я, ну, не сказать, чтобы фанат стелса, но... Лиза, я иду. Но некоторое время я постелсить все же могу. Так, нет, здесь мы точно не пройдем. Нам надо искать дыру в заборе какую-нибудь. Блин, а вот глушитель я зря не взял. Ну и жара, блин. Лучше пристрелите меня. Блин, тут свиньи.
Насчет пристрелить и тебя, так это мы быстро. Ай-яй-яй-яй. Нам бы сзади подкрасться, но он... Жопа мира! Может, ты сюда придешь? Ну, пофиг, дайте так попробуем. А теперь валим, быстро валим. Стоп! Не, не вздумайте валить. Эй! Эй! Это что, труп? Да, это труп, придурок. А у меня уже калаш в руках. Нет, можно сейчас начать отстрел, конечно, но я бы не советовал. Чем больше мы скрытно убьем, тем нам будет проще. Блин, тут собаки, фак. Так, вот они нашли труп, то есть они уже... Так, раз, два, три, четыре. Не, ну четверо, в принципе, не очень много. Вот один идет сюда. Еще одному трындец. Все, нас спалили. Лиза, я здесь! Собака! Псина тупая. Так, удерживай, чтобы подлечиться. Окей. Да где этот психопат? Все. Ну это, кстати, слабенький аванпост. Тут всего четверо или пятеро их было. То есть, фигня, не очень сложно. Лиза, ты где? Лиза подождет, давай трупаны шмонай. Там все равно, ну сейчас сами увидите. Так, что у нас тут есть вообще? У нас по-прежнему один слот, то есть оружие мы ни у кого забрать не можем. Вот это, конечно, печалька. Нет, а еще патронов-то взять не хочешь, нет? Они денег так-то стоят. Так, вот нам дали еще навыки. Че, бомбиста, что ли, возьмем? Ну, давайте возьмем бомбиста. Потом Татао посмотрим пару раз еще. Так, что тут у нас есть-то? Ну, калаш, понятное дело. По состоянию, ну, они не отличаются, то есть... От... Ну, качество это как бы... Вот, допустим, как в сталкере, там, допустим, состояние у оружия, да, чем дольше стреляешь, тем быстрее изнашивается оно, и клинить потом будет. Тут такого, увы, нету, поэтому менять оружие каждый раз не придется. Вот мы взяли калаш, все, в принципе. При желании даже можно с этим калашом всю игру пройти, но это уже каждый сам для себя решает. Тут где-то, кстати, свинью убили. Ее шкура нам очень бы пригодилась. И собачьи, кстати, тоже. Как бы это глупо не звучало. Но, правда, шкуры собаки нам только на начале пригодятся. Дальше там животные поинтереснее будут нам нужны. Где свинья-то? Вот. Да, это звучит, конечно, глупо, но... Все, взяли. Теперь можем изготовить медицинскую сумку. Шкуру, вот, потом еще одну, но тут уже три шкуры собаки нужны. Патронаж. Вот, шкура кабана, видите? Гранатная сумка. Понятно. Опять козел. Вот для шкуры собаки еще также, для огнемета, короче. Шкура оленя. У меня буйвола есть, может подойти. Ну, буйвол, в принципе, животное мощное. То есть, не сразу нам нужна будет его шкурка. Бумажники, вот. Шкура свиньи. Но мы уже ее потратили, и, в принципе, не зря, потому что медицинские сумки, они... Как бы... Ну, пополезнее будут. Да не применить, изготовить. Вот ты ёбарь. А, у нас листов нет.
Я не знаю, в любую. Сготовить все. Больше у нас нету ничего. Боевой стимулятор есть один, нужно два. Нам бы еще зелененький найти. Так, что нам надо-то еще раз? Пунцовый лист. Пунцовый это красный или какой? Пунцовый, пунцовый. Или желтый? Нет, по-моему, красный. Да, во, все правильно. Все-таки моя память не так уж и безнадежна. Изготовить. А из белых и пока нам, видимо, ничего нельзя делать. Так, и у нас еще есть рецепт. Точнее, не рецепт, а место для одного этого. Как его? Блин, для лечебного зелья, но... Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Ага, ее здесь нет. Аванпост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова! Расскажу, когда доберемся! Она сбежала! Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина! Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. Не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Ладно, не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Ну ладно, вернись обратно и... Нет, мне не нужна карта. Мне нужно, чтобы ты открыл дверь, и мы собрали флешки всякие. Что тут еще есть? 250 баксов. Ну еще бы, блин. А, так. У нас есть калаш уже, в принципе. Пополнить боезапас. Давайте. Просто у нас деньги скоро уже это... битком будут. Короче, нам по всем видам патронов нам пополняется запас. Дальше надо было продать что-нибудь. Вот смартфон, плюшевый мишка, амфетамины, пластиковая банкнота. А, в бумажнике нет места. Понятно. Бывает и такое, да. Ну, бумажник дайте продадим. Кожи я не советую вам продавать. Пластиковую банкноту стоит 60 баксов. Это много. Кстати, часть бы пора заканчивать. А, да, я же играю с дополнением, то есть я могу взять нож туземца. Конечно же, мы его возьмем. Этот древний клинок был выкован на острове сотни лет назад. С тех пор воины ракет отправляли с его помощью на тот свет не одну сотню человек. Ну вот стандартная мачете, но он не сказать, чтобы уж очень. Любимое оружие, ручная пушка. Нет, мне пока на нее не хватит карты. Вещи Аманаки, клады. Нет, ну это все мило, но это все стоит слишком много денег, расходный материал. Кстати, сразу броник купим. Полезная хрень. Лекарство, да мы сами изготовим. Эксклюзивное оружие. Составной лук. А, ну это такие стволы. Гранатометы, но нам пока они тоже не нужны. Вот, у нас снайперка есть. М700 хищник. Причем нестандартная. Стандартную надо купить. С полным современным обвесом для повышения устойчивости. Короче, она помощнее будет. Да, вот по этим видно. Но на нее нельзя вешать эти обвесы. СТГ есть. Ну, калаш пока возьмем.
Она, кстати, похуже по многим параметрам по сравнению с калашом. Но на калаш нельзя вес вешать, это фигово. Дробовиков у нас пока мало. Вот этот ремень, кстати, ничего такой. Нам многие оружие и так дадут на охотах. Так, ну, пестики, но их я брать не буду. Так, ладно, все, у нас теперь есть место для денег. Но остальное мы... Все это... Блин, давай вылазь. Что нам дальше? Нам дальше, по-моему, на запад надо идти. Я не знаю, вот, снять ли... Место для охоты или особые вещи. Так. Вообще, нам надо на запад. Это вот сюда. Ну, с доктором поговорить, но это позже. Это все позже. Гонка. Бамбуковые поля. Так, ну здесь надо убивать пиратов. Это уже надолго. Да, кстати, ножик изменился. Убейте стаю бешеных собак. Бешеных собак. Ладно. Снимался я сегодня. Где? Долго, что ли, идти? 300 метров. Ну, садись. Чё, тебе машинка, что ли, не понравилась? Ну, вот это тебе, наверное, понравится. Музыка прикольно играет. Ну да, тут машина музыка играет. В общем, нам надо из дробовика убить стаю бешеных собак. Вот дробовик у нас здесь лежит. Я говорил вам, что оружие нам дадут. Вот дробовик. Калаш наш. Наш, по-моему, калаш потом пропадет, если мне память не ошибает. Так, собаки-то где? А, собаки вот там. Осталось 5 животных. А, ну прекрасно, нам их искать надо. Ну прям вообще. Текущее задание. Погнали, чё. 5 животных. Но это 5 шкур. Это шкуры нам их очень пригодятся. Чё за испытание, ракет? Понятно. Это я и так знал. Где там? Наверх надо подняться. Собачки. Ну, в принципе, не очень сложно. Одна есть. Ах ты, псина. Две есть. Больше никто напасть не хочет. Осталась одна. Самое главное потом их трупы найти. Я никого не вижу. Пока вроде спокойно. Давайте шкуры поднимаем. Гадость. Шкура собаки. Прекрасно. Одна. А у нас их 4 было. То есть... Еще 3. Ну, 2. Черт. Так... Вот еще одна псинка. И еще одна должна быть. Не-не-не, я без шкуры не уйду. Все, задание выполнено. Гадость. Сбор припасов. Прекрасно. Это я все обязательно выполню. Сначала надо шкурку найти. Шкурка. Шкурка на псинке. Так, вон там у нас пираты Васа. Но у нас дробовик, а не калаш. И это очень печально, потому что с дробовиком нам придется подкрадываться в ближний бой. А, вот и шкурка. Нам сейчас главное подкрасться.
на дистанцию ближнего боя. Так, смотрите, этого, если мы успеваем, гасим с ножа, а того гасим с дробовика. Прекрасно. Спецназовская выучка, ёп. Так, ожерелье с черепом. Я могу играть в Far Cry 3 очень долго, и все, что у меня... Попробую. Но все, что меня остановит, это то, что мне потом монтируют, чем дольше. Вот если бы я не в HD серии делал, я бы мог снимать, конечно, по 40-50 минут. Невозможно обыскать, бумажек полон. Ну ладно. Вот медицинскую сумку можно сделать. Нужно 3 шкуры, есть 6. Шкуры леопарда. Дальше. Перевязки для горючего еще можно сделать. Ну, давайте сделаем, а чё нет. Вот и все. Хотя бы так, согласитесь. А вот денег у нас 1000 из 1000. То есть, мы, вот я не знаю, забрать наш калаш или... Тут-то наоборот, наш дробан. Ну, давайте дробан заберем. Так, тебя, наверное, тоже обыскать нельзя. А, не, можно. То есть, у кого деньги, их обыскивать нельзя. Так, вот здесь у нас нету. Но последнее, что я хотел бы сделать в сегодняшней части, это охота за головами. Сбор припасов. Охота за головами, но это все. Вот в следующей части мы не будем убежать на квест. Мы пополняем задание, зачищаем аванпосты. А сейчас я хотел бы еще лишь обыскать клад и закончить часть. Опять пираты. Ядри! Да лучше пирата. То, где еще? Это у нас кто, кстати? Их шкурки нам тоже пригодятся. Комодского варана. Не ленись собирать. Черт. Но они пока, наверное, не сразу нам пригодятся, потому что... Ах ты! Отцепись, падла! Я тебе сейчас башку отрублю. Скотина, блин. Откуда ты взялся только? Я боюсь... Все, что я боюсь сейчас, это рюкзак кончится. Прям слышу его где-то тут он. А, падла. Иди сюда. Так, вот тут пираты у нас, блин. Пак-пак-пак. Гадость. Да фак, вовремя у меня патроны кончились. Минус один. Минус один. Еще что ли? Не, хватит мне на сегодня приключений. Бумажник полон, облом. Могли бы обла снять. Да блин, у вас уже что у всех деньги-то? Бесите. Кто из нас сдохнет, я бы еще поспорил. Солдатские жетоны, так. Нам бы перезарядить. Где? Где я его загасил? А, вот. Опять бумажник полон. Ну, я думаю, все, на этом можно часть заканчивать. Вот клада здесь опять нет, хотя по карте он есть. Но там, может, опять пещерка какая. Я не знаю. Давайте проверим навыки наши. Нет, у нас новых нет. Создание предметов. Ну, мы просто набрали шкур. Не, ничего нет пока. Ну ладно, тогда на этом мы заканчиваем часть. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, подписываемся на мой канал. Как всегда, по традиции, чаще сохраняйтесь во время автосохранения.
Вот, чаще сохраняйтесь. Ну и все. Всем пока. Удачи. До скорого.